Добрый вечер, дорогие друзья. Давайте проверим связь, потому что что-то у меня тут начал прыгать звук на ролике, и я не поняла вообще, есть у вас звук, был ли звук на ролике, все ли у нас сейчас в порядке со связью? Спасибо, значит, меня слышно. Да, спасибо. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот я вижу новые имена. Это ребята, которые в прошлый раз первую часть не слушали, или были вы на первой части, потому что сейчас у нас будет вторая часть дубликации, которая называется «Правильный старт. Путь к успеху». Вот Рима, скажите, пожалуйста, вы были в прошлый раз? Ну ладно, я думаю, что вам будет понятно, потому что я буду продолжать, но кое-что мы еще немножечко повторим. Добрый вечер. Ну что, меня зовут Любовь Федорова, я являюсь региональным куратором Латвии. Вот сейчас стала спикером по дубликации. Мне предложили, я согласилась, потому что мне это нравится. У меня хорошая действующая структура, не очень большая, но, скажем так, живая. Вот, поэтому, так как мы уже начали первую часть, то сейчас я немножечко вкратце расскажу то, что у нас, ну, наверное, так, то, что у нас было, да, в первой части. Давайте так. Мы все знаем, что каждый человек по-своему преподносит материал, по-своему понимает материал. То есть для каждого человека идет какая-то индивидуальная подача. И он действует, работает, ведет бизнес, ведет беседы со своими даже клиентами, все по-разному. Поэтому полностью повторить шаги какого-то человека, спонсора своего, очень сложно. Но можно сказать невозможно, потому что это сугубо индивидуально. Но мы можем продублировать саму систему. А система у нас проста. Она состоит всего лишь из 4 шагов. Система приглашения в бизнес, система введения в проект наших партнеров. Первый шаг – это приглашение. Мы приглашаем людей по телефону, при личной встрече, при каком-то знакомстве. Мы приглашаем хороших знакомых, мы приглашаем новых, может быть, как говорится, холодные контакты, теплые контакты. Да, приглашения, они бывают разные, но всегда оно должно быть таким честным и искренним. Когда мы даем свою эмоцию, когда мы приглашаем в наш проект, мы говорим, почему мы хотим пригласить, что мы хотим дать человеку, с чем мы хотим познакомить, да? Но самое главное, чтобы это было от души, чтобы это было искренне. Дальше второй шаг – это посещение вебинаров или каких-то публичных презентаций. Здесь мы, во-первых, приглашение делаем примерно даже лучше всего за один день до какого-то вебинара, на который мы, допустим, хотим пригласить своего партнера, своего друга или там своего клиента, так скажем. Да, возможно, это будет первый раз он придет. То есть мы приглашаем его за день. Мы с ним говорим, вот я хочу тебя как пригласить, как раз завтра будет вот то-то, то-то, то-то. Да, мы уже заранее должны понимать и знать, на что мы его приглашаем, на публичную презентацию, либо на вебинар. Дальше следующий звонок у нас будет перед самым мероприятием, буквально за 15 минут. Мы звоним, во-первых, мы напоминаем человеку о том, чтобы он не забыл, что он нам обещал вчера, допустим, подключиться сегодня или съездить с нами. Вот. И во-вторых, возможно, ему нужна будет наша помощь в подключении, чтобы зайти в кабинет, потому что особенно сейчас мы знаем, Мирополис заполнен, людей очень много, мероприятий одновременно проводится очень много. Вот поэтому, возможно, новому человеку понадобится наша помощь. Третий шаг – это последующий звонок. Звонок после мероприятия, если мы подключались, допустим, онлайн-вебинар или онлайн-мероприятие какое-то, да? Или же после того, как мы посетили публичную
презентацию. Тут же мы расстались, так получилось, и тогда мы созваниваемся, либо договариваемся через пару часов созвониться, да, то есть, но обязательно должен быть последующий звонок для того, чтобы мы получили обратную связь, чтобы мы увидели, с какими эмоциями ушел с нашего мероприятия наш партнер, чтобы мы поняли, что нужно ему еще. Достаточно ли он получил информации? Хотя, сами понимаете, на одном вебинаре будет, естественно, недостаточно информации, поэтому мы проговариваем, какие будут наши последующие шаги, либо мы даем еще информацию, либо мы еще встречаемся, либо мы на e-mail присылаем какие-то ролики, либо мы в звонках, ну, то есть как бы созваниваемся и беседуем дальше. То есть получается, следующий шаг, это четвертый, это вовлечение человека, клиента нашего в систему поддержки. То есть мы рассказываем, как регистрироваться. Вот. Но, естественно, мы должны все это делать умело, профессионально, искренне, мы не должны быть роботами. Вот очень хорошо, когда мы сами уже прошли какой-то путь вместе с компанией. У нас есть очень много своих эмоций, своих пережитых моментов, когда мы можем что-то интересное рассказать, рассказать, как мы пришли в проект. Вот. Очень важно, чтобы мы были подготовлены к четвертому шагу. Здесь мы знакомим человека и с кабинетом, и с маркетингом, и как зарегистрироваться, и как с нашими инвестиционными предложениями. То есть мы должны их знать очень хорошо, мы должны очень хорошо ориентироваться в кабинете. Если мы не новичок, то, конечно, мы все это знаем. Если мы сами только новичок, то, возможно, нужно призвать своего наставника, своего спонсора на помощь, на какую-то следующую, вот последующую встречу. Мы можем прийти уже втроем или созвониться, там, в скайпе сделать звонок на троих, да, чтобы, может быть, вы объясняете, спонсор вас страхует, поддерживает, и тоже где-то в каких-то ваших тонких таких местах, да, он берет инициативу на себя, начинает что-то рассказывать. То есть нужно, чтобы вот эти четыре шага достаточно были подготовлены и проходили профессионально. И поэтому мы должны подходить к этому очень серьезно. Ну и, естественно, для того, чтобы мы выполняли их профессионально, эти свои четыре шага, мы должны овладеть семью задачами спонсора. То есть мы должны уметь решать эти семь задач. Так, не знаю, мешает ли вам то, что у меня на экране всплывает. Вот, у нас есть семь основных задач, которые мы выполняем все в процессе нашей работы. То есть мы сами, как мы сами должны уметь и умеем, так и нам нужно необходимо научить своих клиентов, своих партнеров правильной постановке целей. Создание, потому что вообще-то цели это наши мотиваторы к движению вперед. Далее создавать книгу контактов и как с ней работать, потому что это наш главный инструмент. Мы должны это понимать сами и донести это до людей. Затем планирование времени, делать правильно телефонные звонки, как правильно презентовать нашу технологию, как сопровождать клиентов и работать с возражениями. Вот эти семь задач – это тоже наши основные инструменты, с которыми мы входим в этот бизнес. И вот на прошлом нашем вебинаре мы разобрали первые две задачи – постановку целей и создание работы с книгой контактов. Сегодня мы рассмотрим следующие три вопроса – это планирование времени, телефонные звонки и презентации. Значит, как вообще правильно планировать свое время, чтобы все успевать? Почему так важен телефонный этикет и на что нужно сделать акценты в презентации, учитывая психотип клиента? Что такое психотип? Мы на прошлом вебинаре рассмотрели четыре психотипа наших клиентов, четыре психотипа людей, которые вот бывают, на которые можно подразделить людей. Это так. Вот, мы это у нас, значит, были люди-звезды, люди-командиры, люди-дипломаты или аналитики и
гуманисты. То есть у каждого есть своя характеристика, мы по ним тоже пройдем. И с учетом того, как эти люди воспринимают информацию, а они все абсолютно по-разному воспринимают ее, и о том, как они ведут себя, как они выдают сами информацию, если мы научимся различать эти психотипы людей, мы научимся с ними разговаривать. И одну и ту же информацию мы научимся подавать по-разному. Так, как нужно конкретному клиенту, с которым мы сейчас общаемся. Вот, поэтому давайте начнем с первой задачи, как планировать свое время. Для чего вообще нужно планировать свое время? Если мы ничего не планируем, а держим в голове все дела, которые нам нужно делать, очень часто получается так, что мы действуем хаотично. На собственном опыте могу сказать, что часто бывало так, что начинаешь думать, так, у меня там до пятницы нужно сделать много важных дел, но это я могу сделать попозже, сегодня я вот это могу отложить. Так, это я помню, а здесь, ладно, может быть, какую-то метку себе поставлю, там когда-то я делала крестики на руке. Вот. И потом, когда мы что-то отложили, потом что-то подзабыли, приходит пятница, и у нас начинается сумасшедший дом, потому что мы вспоминаем, что какие-то дела мы могли не откладывать и могли сразу сделать, а у нас к пятнице еще какие-то дела появляются, очень часто так бывает в последний момент, непредвиденные какие-то, очень срочные. И все, если у нас не запланировано, если у нас не было этого нашего плана дел перед глазами, у нас начинается паника и хаос. И чтобы этого не было, очень важно просто расписать свои все дела. Если люди умеют планировать далеко вперед, допустим, можно написать на 4 недели основные важные дела. Вот в одну неделю, вторую, третью, четвертую, какие важные дела нужно сделать. И когда вы это видите в одном, как бы, ну, в одном развороте, то вы примерно видите, как выстраивать свой каждый день, в какой день взять вот это важное дело свое. Потому что мы все, практически все еще работаем. У нас есть количество часов определенное, которые мы тратим на свою основную работу. У нас есть семьи. Мы в обязательном порядке в этот план должны вносить взаимоотношения какие-то со своими родными. Это дети, родители. То есть мы время семье тоже должны уделить. И дальше, потом мы туда уже пишем свои дела, которые мы планируем, допустим, по нашему проекту сделать. Какие-то звонки, какие-то встречи. Знаете, можно писать просто список дел в один, ну как в один, ну да, в один список, да, мы пишем этот список дел, нумеруем их, как нам удобно, и просто потом мы вычеркиваем, что мы уже сделали. Кому-то может быть так удобно делать. Это тоже очень важно, потому что когда мы отмечаем, что мы выполнили, у нас появляется заряд бодрости, что вот мы это сделали, у нас теперь меньше дел, мы продвигаемся вперед. И это всегда получается гораздо организованнее, когда эти все дела у нас записаны. Вот. Ну, естественно, нужно работать с этим списком. Составлять этот план очень хорошо, если вы на неделю составляете, очень хорошо его составлять в пятницу после обеда, когда вы еще в рабочем состоянии, когда вы еще помните все, что у вас произошло за неделю, где вы какие дела не доделали, либо дела, которые требуют повторных каких-то звонков, каких-то повторных встреч, какой-то дополнительной работы. Да? У вас это все еще в голове держится, вы еще в ресурсном состоянии, вы еще не расслабились на выходные, еще не ушли всеми своими мозгами, всем своим сознанием. И это вообще очень удобное время, да? В пятницу после обеда. Во-первых, вы уже видите, как заканчивается ваша неделя, и вы приблизительно знаете, что вы переносите на следующую неделю. Это тоже важно. Можно писать, не знаю, ну, каждый, наверное, сам, тут я уже не буду давать советы, как составлять эти планы, потому что каждый сам, либо на каждый день, либо просто список дел на неделю каких-то важных, а мелочи, они сами приходят постепенно, да, то есть вы выполняя что-то, у вас приходят какие-то мелочи, кто-то все мелочи записывает, ему так удобно. Но каждый для себя выбирает свой метод, да, свой способ, который ему будет удобен. Может быть, придется нам расписывать даже по
по часам, потому что если в определенные часы мы работаем, вот, например, личный календарь на неделю, где расписано, видите, полностью каждый день недели. И здесь можно даже заштриховать те часы в неделе, которые мы работаем вот на своей основной работе, когда мы не можем отвлекаться на проект, да, и мы потом уже будем на этом календаре видеть пустые графы, пустые часы, вот в какое время, там до обеда, после обеда у нас есть свободное время, куда мы можем уже ставить свои дела по нашему проекту, по нашим встречам и по звонкам. Вот, поэтому каждый выбирает для себя, как ему удобно это делать. Вот, и знаете, обязательно нужно сюда, кроме звонков, приглашений, презентаций, всегда нужно вставлять еще какие-то часы встречи с партнерами, с действующими партнерами, с теми нашими членами команды, которые уже работают, у которых есть структуры, которые умницы, которые вот сами как будто бы без нас справляются. Все равно такие встречи очень нужны. Если это нет каких-то публичных презентаций, на которых вы встречаетесь, вот как у нас, например, в Латвии было, мы каждый четверг какой-то момент, мы каждый четверг раз в неделю мы со всеми встречались, и мы могли либо до презентации пойти со своей структурой где-то в кафешке посидеть, либо после остаться поговорить. Да, сейчас, если нет такого, но если нет таких мероприятий, то обязательно планируйте со своей командой встречаться, с лидерами своей команды. Их нужно всегда поддержать немножечко, приободрить, поделиться опытом, просто поговорить ни о чем, да, чтобы оставлять всегда вот этот, ну не впечатление, а командный дух, да, вот все-таки создавать этот командный дух, потому что мы все-таки работаем каждый из дому, каждый сам за себя, и это не так, как у нас есть там коллективы в офисе, да, но тем не менее все равно нам нужна команда. Мы все команда, мы это в этом убедились вот за 2 последних года, когда приезжали люди на тренинги из разных стран. И мы понимали, что если мы встречаемся раз в 2 месяца, это здорово. Если вдруг у нас уже 3 месяца перерыв, это все, это катастрофа. Мы уже настолько скучаем друг без друга. И мы действительно поняли, что мы команда. Нас было 150 человек. Ну да, не все 150 в одной команде, но это такой командный дух. Он настолько вдохновляет, он настолько таким двигателем является работать дальше. Поэтому, кроме того, что вот мы встречаемся, как бы я возвращаюсь к тому, с чего начала, да, кроме своих личных дел, планируйте встречу со своей командой, со своими лидерами, чтобы можно было с ними вот поговорить, ну, буквально ни о чем, да, вот, немножечко друг друга поддержать. Есть, вот я сейчас вам предложу как будто бы таких 2 практических задания. Это, конечно, для вас, никто их проверять не будет, но есть вот такой вариант записи своих дел, когда вы их разделяете на 4 группы по таким критериям: важные, неважные, срочные, несрочные. И если вы вот в такой таблице, как показано сейчас на слайде, их запишите списочками, у вас получится 4 списочка дел, и вы будете видеть, какие у вас дела важные, срочные. Это значит в первую очередь к исполнению. То есть это может быть дела, может быть, у нас в течение одного дня нет так много дел, да, это может быть дела на неделю, а может быть, даже это будут ваши дела на месяц. Вот. Потом 2-я группа у нас получится, которые будут важные, но не срочные. Вот это те дела, которые мы можем немножечко двигать, да? Не откладывать совсем на потом, но немножко их двигать. Они реально важные, но не очень срочные. Вот. По 3-я группа будет неважные, но срочные. То есть надо сделать, все, сделали, забыли. Ну, надо сделать, да? Может быть, не столь важно, но сделать просто необходимо. И будет у нас 4-я группа, на которую прошу обратить ваше внимание. 4-я группа – это несрочные и неважные дела. Это те дела, которые вам не несут никакого, может быть, позитива, не несут какого-то положительного результата, не несут какого-то, не знаю, продвижения, чего-то нового. Это просто какие-то механические дела, которые вот, на которые мы тратим время, которые, оказавшись в нашем общем списке, все-таки мы выполняем как роботы. Вот, но когда они окажутся в 4-й группе, они уже будут вами проанализированы, потому что они не просто так, естественно, появятся в этой 4-й группе. Вы каждое дело обдумаете и поймете, что оно и не важное, и не срочное. То есть вы проанализируете,
И может случиться так, что все дела из этой четвертой группы вы просто вычеркнете, и вы их делать не будете. Вы поймете, что на них не нужно тратить ни свои ресурсы, ни свое время, ни энергию. И, естественно, вы высвобождаете какое-то количество времени для чего-то более интересного и более важного. Вот. И второе такое задание, я рекомендую его сделать диаграмму. Наша неделя состоит из 168 часов. Разделите примерно сами дела, которые мы делаем в течение недели, и на что у нас тратится сколько, какого, ну, сколько времени. То есть сюда в обязательном порядке нужно внести наш ночной сон, ну, может быть, кто-то и днем ложится спать, да, есть такие люди, какие-то процедуры до сна, после сна, которые мы делаем. В обязательном порядке, сколько времени мы тратим в день на то, чтобы покушать, позавтракать, пообедать, поужинать, да? Если это женщины, которые стоят у плиты, посчитайте сюда еще и время приготовления еды для семьи. И разделите, то есть здесь не принципиально группа, которую я указала, да, вот тут у меня есть работа, плюс дорога, которую мы тратим, когда добираемся до работы, спорт, прогулки, какие-то наши обучения, тренинги, не знаю, может быть, какие-то лекции кто-то слушает, образование получает, учится, вот, отдых, хобби, друзья, общение с родителями, детьми, то есть разделите сами, на сколько групп хотите, которые для вас имеют значение, или группы дел, и занятий, на которые вы действительно тратите свое время. И запишите, распишите эти 168 часов, распишите по этим группам. Вы их можете сделать, ну, намного меньше, можете сделать больше. Поставьте то, что для вас важно, и посмотрите, есть ли у вас вообще в вашей неделе для своих важных, любимых, каких-то очень интересных, которые дают вам позитив дел, вообще есть ли для них время в неделе. Вот. И вы посмотрите, какая получается диаграмма. Если вы, конечно, очень организованный человек, то, возможно, ваша диаграмма будет красивой, какая-то равномерная. Моя вот получилась очень некрасивая. Я просто поняла, как мало времени у меня, допустим, для обучения, для образования, как мало времени я трачу на отдых и на свое хобби. Вот. И сделайте потом вторую диаграмму. Сделайте вторую диаграмму такую, с распределением времени, так, как бы вы хотели, чтобы это было. И вы посмотрите, насколько они разные. И это тоже вам поможет немножечко организовать свою деятельность в течение недели для того, чтобы высвободить время, убрав какие-то ненужные дела или сидение в соцсетях, которые у нас просто воруют наше время, потому что есть полезное, а есть совершенно бесполезное сидение в этих соцсетях, то высвободить это время для чего-то более полезного. Когда мы увидим это наглядно, поверьте, захочется что-то изменить, и это тоже нас организовывает. То есть вот именно для этого нужно научиться планировать, для того, чтобы быстро делать нужные и важные дела, для того, чтобы не тратить много времени и не терять его впустую, а лучше его перенаправить на какие-то более интересные, важные для нас дела. Может быть, кто-то для отдыха высвободит время, а кто-то для дополнительных звонков и встреч, потому что, ну вот, говорит, ну вот никак. Вот есть такие люди, говорят, ну, у меня в структуре мои партнеры говорят, ну нет у меня времени встречаться, ну нет у меня времени делать презентации, ну нету. А если вот так вот расписать, то оказывается, что есть, и мы можем даже это время найти, если мы, конечно, этого желаем. На самом деле, очень интересное занятие, оно меня очень поразило, когда я услышала, оно достаточно простое, но когда все это проанализируешь, делаешь интересные выводы, ну и, естественно, какие-то подвижки делаешь, да, в положительную сторону, чтобы больше пользы. Так, дальше у нас идет, значит, телефонный этикет. Для чего нам нужен этот телефонный этикет?
Сами понимаете, что в нашем бизнесе мы очень много говорим. Мы очень много говорим и при личных встречах, и по телефону. И существуют некоторые основные правила, которые необходимо соблюдать для того, чтобы собеседник на том конце провода вообще вас слушал, хотел вас слушать, хотел с вами встретиться и хотел, чтобы вы ему еще раз позвонили. Поэтому, когда мы начинаем звонить, у нас должен быть такой небольшой план. У нас должен быть план нашего разговора, о чем мы будем говорить. Поэтому мы создаем такой небольшой сценарий. Он нам нужен еще и для того, чтобы мы, во-первых, не забыли никакую мысль, что мы хотели сказать. Во-вторых, если у нас возникли какие-то интересные формулировки, и мы хотели бы так вот красиво сказать, да, формулировки каких-то предложений, каких-то, то когда они у вас будут перед глазами, вы просто не потеряете эти красивые слова для того, чтобы хорошо выглядеть и привлечь к себе внимание, чтобы сами захотели говорить, ну, в глазах вашего собеседника. Вот. Во время разговора очень важно быть позитивным, быть в хорошем настроении, только в естественном хорошем настроении. И очень важно улыбаться, потому что когда мы улыбаемся, то человек на конце провода это чувствует. Человек также чувствует, что как если вы лежите или стоите. Да? То есть если вы будете лежать и говорить, человек тоже это почувствует. Это неуважение. Если вы тем более приглашаете в бизнес человека, то это, ну, все-таки какое-то неуважение, лежа на диване, закинув куда-то там руку за голову, ногу на ногу. Вот. Потому что если мы бы встретились с человеком, мы были бы в костюмчике, в деловом стиле таком, да, все бы у нас происходило здесь, вот так вальяжно на диване, то есть это чувствуется. И мы не будем приниматься серьезно. Вот. Ну, естественно, не жевать жвачку, не курить в это время, может быть, не пить кофе даже. То есть если мы разговариваем, если у нас это деловой разговор, то это у нас деловой разговор. Конечно, если мы говорим со своей подругой, то мы немножко можем себе позволить вольности. Может быть, мы ему ей скажем, сейчас тебе интересную штучку расскажу, давай сделай себе чашечку кофе, я тоже сейчас сделаю себе чашечку кофе, и мы с тобой поговорим, да, потому что нет возможности встретиться, поговорим по телефону. Но это такой отдельный случай. А вообще, ну, как бы как частный, да, случай, а вообще во время разговора мы улыбаемся, у нас должно быть абсолютно нормальное настроение. Если мы что-то планировали разговор, и что-то у нас происходит, и мы понимаем, что не можем совладать со своими эмоциями, то лучше его перенести, этот разговор. Лучше перенести, потому что вас не будут воспринимать. Собеседнику передастся и ваше плохое настроение, ваше раздражение, ваша тревога, если это что-то серьезное произошло. Да, и он тоже настроится уже на вашу волну и, возможно, будет в таком же вот зажатом состоянии, он не будет даже воспринимать информацию, которую до конца на 100%, которую вы ему даете. Вот. Хотя очень важно вообще настраиваться на разговор с собеседником на тот же темп. Вот как человек медленно, если человек медленно разговаривает, значит, вы тоже с ним медленно. То есть если у него такой спокойный, размеренный разговор, вы тоже с ним так же разговариваете. То есть когда мы настраиваемся на его волну, тогда у нас получается синергия такая, и тоже вот лучше происходит контакт. Вот. Самое главное во время разговора слушать и слышать собеседника, задавать открытые вопросы. Открытыми вопросами мы, во-первых, узнаем больше о человеке, и мы тогда уже понимаем, с какой стороны ему предложить наш проект, потому что дальше вот мы будем говорить о типологии людей, и нам открытые вопросы как раз тоже для этого нужны. Мы, когда с ним начинаем разговаривать, не только мы говорим, не только монолог у нас какой-то получается, да, у нас получается в обязательном порядке нужно, чтобы был диалог, и вот мы здесь как раз задаем вопросы человеку, открыто он на них отвечает, и у нас есть время определить, к какой категории он относится и как дальше с ним разговаривать. Это первое. Второе, когда мы задаем вопросы, слушая его ответ, у нас есть некоторое время, чтобы мы уже сформулировали следующий свой вопрос. Он может быть либо наш запланированный, либо он будет уже исходить из того, что человек нам сказал. Потому что мы еще до того, как мы закончим разговор, до того, когда человек, как человек начнет, возможно, начнет, да, какие-то нам говорить
возражения, мы, разговаривая с ним, мы их предотвращаем заранее. Заранее уже ведем разговор так, чтобы, ну, к примеру, да, мы можем сказать о маркетинге, если нас спрашивают, и тут же мы рассказываем, какой у нас маркетинг, что у нас система вознаграждения взята в сетевом маркетинге, но мы не сетевая компания, мы инвестиционный фонд. То есть мы уже сразу говорим, что мы не MLM, потому что, вернее, мы не пирамида, да, и не MLM стопроцентно. У нас есть элементы. То есть уже на эту тему человек вам не будет возражать, потому что он уже получил ответ. Вот. И таким образом, вот разговор, чем обширнее у нас разговор, чем больше мы вопросов ему зададим, ну, естественно, чтобы не утомлять, конечно, человека, мы это тоже должны чувствовать, тем легче у нас будет проистекать вообще разговор и дальше работа и предложение вообще бизнеса и то предложение, с которым мы вообще пришли к человеку. Да? Ну, говорить нужно четко, медленно, конечно, стараться все-таки расширять свой словарный запас, смотреть наши ролики, смотреть, читать наши проспекты, наши статьи, для того, чтобы мы могли, кроме того, что оперировать достоверными фактами, чтобы мы могли выражать мысль каждый раз по-разному, чтобы из нашей речи ушли слова-паразиты, чтобы там не ну как это, ну вот, знаете, да, вот так. Чтобы у нас вот такого разговора не получалось, да, мы расширяем свой кругозор, словарный запас, говорим медленно, четко, продумываем все, что мы хотим сказать. Конечно, у нас и спонтанно может получаться все, что угодно, но если мы готовимся, то результат, конечно, будет намного выше. Вот. Ну, нужно нам быть, конечно, готовы к тому, что нам скажут «нет». Приведу такой пример, вы сами прекрасно понимаете, если мы хотим из колоды в 54 карты вытащить Джокера, то надо думать, с какого раза у нас это получится. И это будет нормально, мы же не будем по этому поводу плакать, психовать и волосы на себе рвать, что я с первого раза не вытянула Джокера, да? То есть это закон колоды, поэтому если здесь один говорит нет, мы говорим спасибо, и мы пошли дальше. Вот. Но в любом случае разговор нужно закончить вежливо, в обязательном порядке вежливо. Мы не знаем, где нас еще жизнь столкнется с этим человеком. Возможно, этот человек сам потом, через какое-то время, узнав о нашем проекте, придет к нам. Вот. Поэтому, если человек говорит нет, спасибо, да знаете, он может не только так сказать, он может еще и грубее сказать, по-разному, потому что мы можем не вовремя позвонить, и там у него что-то произошло, мы там наступили на какую-то ему мозоль, или мы там уже десятый человек, кто ему об этом говорит, а он уже злится на себя, что он ни одного из них не выслушал, десятого он точно уже слушать не хочет. Вот, поэтому по-всякому с нами могут разговаривать. Вот. Но в любом случае мы говорим спасибо, что уделили время. До свидания. Если вы расстаетесь мирно, то, ну, вернее, если человек сам не грубит и ничего, то вы можете спросить, может быть, я могу позвонить вам там в какое-то время, пусть он сам назначит, да, или ну, если человек не назначает нам время, когда можно к нему обратиться, то мы тогда сами говорим, а вы не, ну, можно ли, просим про разрешение, а можно я вам позвоню, допустим, ну, через 2 недели, там, или вот у нас будет скоро такое-такое событие, вы не будете против, если я вам пришлю ролик вот из этого события, да, там, или новости вам пришлю, можно я вам буду раз в неделю новости присылать наши? То есть, если вам сказали нет, это еще не значит нет. Это чисто по-русски. Нет, это еще не значит нет. Вот. Вам могут сказать нет по разной причине, поэтому мы всегда расстаемся вежливо, мы благодарим человека за то, что уделил нам время. Вот, ну и договариваемся о следующем звонке. Просим разрешения, так скажем. Вот. Но если мы поговорили, человек принимает нашу информацию, его это заинтересовало, но он хотел бы там дополнительно что-то, и мы договорились, что да, я вам дам дополнительную информацию, я вам дам ролик, я там пришлю вам какую-то новость. То есть мы обязательно всегда после нашего звонка, после завершения звонка, мы должны предпринимать те действия, о которых мы договорились.
То есть все, если человек от нас ждет информацию, не тормозим, потому что если мы тормозим, мы только делаем хуже себе. Ну, естественно, этому человеку тоже. Зачастую бывает так, что особенно когда, ну, не знаю, может быть, года два назад, было так, что люди не умели еще предложить бизнес, ну, не хватало навыков, наверное, да, и они начинали говорить о проекте, говорить хаотично, либо скажут, пригласят, а потом не пришлют информацию, не перезвонят, вот, и ты вдруг начинаешь говорить с каким-то человеком, он говорит, слушай, ну, мне уже говорили, мне даже информацию присылали, но что-то он затормозил, что-то он мне там пообещал позвонить, не позвонил, а я как-то замешкался, ну, я так понял, что вроде что-то интересное, ну, давай я тебе зарегистрируюсь, тогда я буду у тебя в группе, да, и потом вдруг на презентациях они встречаются, и этот говорит, а что ты здесь делаешь? А вот я уже зарегистрировался. Как? Я же первый тебе предложил. И знаете, такие обиды у некоторых были. Ну, на самом деле. Но здесь в данном случае можно, ну, не знаю, обижаться только на себя, потому что где-то недоработал, где-то что-то упустил, где-то что-то недоделал правильно, как нужно было дальше поступить с этим человеком. Не позвонил, не дал дополнительную информацию. Ну вот, такие случаи бывали, я думаю, у вас у всех такие случаи бывали, и у ваших знакомых, вот, что один поработает, супер, классно, вроде бы все рассказал, и все, и не сумел сделать правильное сопровождение, вот что является из семи задач нашей, шестой задачей, да, не довел сделку до конца, и человек уходит к следующему, кто ему предлагает проект, но более шустрому, более такому напористому. Да, такие случаи бывали. Поэтому, если уж мы начали что-то делать с клиентом, давайте делать правильные шаги и доводить каждый шаг свой до логического конца. Вот. Ну и по поводу звонков, конечно, очень много будет, может быть, нет или так, условно говоря, провальных звонков из-за нашего недостаточного мастерства. Вот. Недостаточного умения вести переговоры телефонные. Это надо тоже учитывать, это надо тоже принимать, это надо оттачивать, совершенствовать, но готовым к этому тоже нужно быть, потому что мы не мастера, мы не супер, извините, скажу, вундеркинды, да, мы все к нам приходит с опытом. Вот. И поначалу, может быть, мы смотрим и в рот заглядываем нашему спонсору, смотрим, как он с легкостью делает приглашение, как он разговаривает по телефону, и нам тоже бы так хотелось. Тоже будет, все это будет. Будет у нас практика, а практика – это и есть путь к совершенству. И когда-то придет время, что мы точно так же с легкостью сможем позвонить и дать мастер-класс телефонного звонка какому-нибудь своему коллеге, какому-нибудь своему партнеру, которого мы будем обучать. А пока присматриваемся к своим спонсорам, к своим пригласителям, к своим лидерам, которые есть у нас в структурах, неважно, наша структура, не наша, параллельная ветка, совершенно неважно, мы все коллектив, мы все команда, и мы все обмениваемся опытом, не стесняемся задавать вопросы, писать, не знаю, в личку, потому что я думаю, что человек, который обладает подобного рода мастерством, он никогда не скажет, ой, нет, я тебе не расскажу и не покажу. Мы все открыты, поэтому обращайтесь. Все знания, которые у нас есть, мы с удовольствием вам передадим тем, кого это интересует. Вот. И, ну, прежде чем перейти к тому, как мы ведем презентацию, немножечко пробежимся по психотипам, которые более подробно мы разобрали на первом вебинаре. То есть у нас есть четыре психотипа. Это командир, это звезда, гуманист и аналитик. Аналитика еще называют дипломатом, так может быть легче запомнить. Цвет, психологи дали такой цвет, красный, желтый, зеленый и синий. Они за... Эти цвета как бы закреплены за этими, ну, психологическими портретами, скажем так. Вот, поэтому иногда их тоже называют прямо по цвету. О, это красный пошел, о, это желтый. Да? Вот. Красный у нас командир. Если вы вспомните мультфильм «38 попугаев», то там как раз были четыре персонажа, которые очень ярко отразили все четыре психотипа. Вот красный командир был попугай, который отдавал команды,
командиры у нас ориентированы на цель. У них достаточно жесткий контроль, если они дают какие-то четкие распоряжения, они требуют, чтобы и выполнялись какие-то четкие действия. То есть они сами делают эти четкие действия, да, и они требуют от своих членов команды, от своих подчиненных, потому что командиры чаще всего бывают начальниками каких-то отделов, не знаю, предприятий, бригадирами, лидерами такими, да, это люди, которые четко знают, чего они хотят. Они, у них все должно быть четкое, у них все должно быть краткое, они ориентированы на достижение цели, у них высокие достаточно стандарты, они во всем подготовлены, функциональны, и всего того же они требуют от других людей. Поэтому, разговаривая с таким человеком, вот вы сразу можете по вот этим характеристикам уже посмотреть, так, кто это у нас? Командир, ага, красненький, как надо с ним, вот так надо с ним, да, сейчас мы это рассмотрим. Кстати, сразу хочу сказать, посмотрите в материалах для скачивания сейчас, есть файл, который называется, по-моему, ошибки в работе с психо... Сейчас я вам точно скажу, как он называется. Ошибки в работе с партнерами разных психотипов, различных психотипов, да, вот, вы можете его сейчас скачать, там как раз-таки рассказано, что нельзя делать по отношению, вот с этим человеком, когда мы его уже идентифицировали, мы понимаем, что это командир или это звезда, да, или это там дипломат, что нельзя делать, какие не нужно допускать ошибки, потому что если мы будем допускать эти ошибки, это у нас уже будет заведомо провальный наш разговор, да, то есть мы можем вот здесь себя подстраховать, если мы будем это учитывать. Следующий у нас это звезда, в мультфильме это была обезьянка, которая там залезала то на пенечек где-нибудь повыше, потому что звезда у нас человек общительный, позитивный, это человек-праздник, у него всегда для него важны атрибуты какие-то статуса и успеха, он хочет быть в центре внимания, он легкий, он, конечно, не выносит критики, он общительный, доброжелательный, то есть звезды у нас, по большому счету, вообще не очень легкие люди, и рассказывая им о презентации, мы можем точно так же вот на эмоциях им рассказать, как это здорово, как это прекрасно, как это даже красиво, а как здорово там, когда ты сверху едешь, это тоже супер красиво. То есть мы звезде рассказываем эмоционально, эмоциональную сторону, нам нужно, мы можем их затронуть эмоционально, и этот человек будет с нами сотрудничать. Вот. Для него важны спецусловия, какая-то персонализация, когда, ой, а вот для тебя, я сейчас для тебя такое эксклюзивное предложение расскажу, ты себе даже не представляешь, ну вот что-то вроде такого. Но, естественно, смотрите, чтобы это не было, конечно, уже там перебором, лицемерием каким-то, мы тоже не можем превращаться в сплошных роботов, мы просто эти качества людей, когда идентифицируем, нам будет просто с ними легче общаться, учитывая еще те подсказки, которые у нас сейчас вот будут и которые еще, ну, которые есть и которые будут, да. Вот. Ну, скажите, вы кто-нибудь себя узнаете уже даже здесь вот? Звезды-командиры у нас есть сегодня на вебинаре? Честно напишите, кто-то есть такой? А мы пойдем дальше. Гуманист. Гуманист у нас обозначается зеленым цветом. Это человек, который ориентирован на процесс и на общение с людьми, забота о людях, об окружающей среде, о природе. У нас, кстати, в проект очень много пришло гуманистов, которые поддержали конкретно идею спасения планеты, когда мы говорим о безопасности для людей, когда мы говорим о безопасности для природы, экологические чистый наш проект, экологический проект, да, вот, то гуманисты очень быстро откликаются на это.
Вот. Они, для них очень важно мнение и оценка других людей. У них такое, а как ты думаешь, а как вот эти люди думают, а как они отнесутся к этому? То есть им всегда хочется учесть интересы всех окружающих, да, чтобы всем было хорошо, чтобы всем было комфортно. У них, конечно, есть и вот когда они подвергают сомнению, много чего подвергают сомнению, это заставляет их немножечко покопаться, удостовериться, что да, вот так будет лучше, лучше и для меня, и для окружающих, там, и, допустим, и для проекта, и для природы, и для всего. Да? То есть поэтому, когда они подвергают что-то сомнению, то они находят просто дополнительные какие-то еще аргументы для того, чтобы это делать. То есть у них все должно быть правильно. Но, естественно, у них творчество и трудолюбие тоже присутствуют. Как они могут быть художники, такие люди, да, которые там мастерят что-то руками. В общем, творческие люди, песни поют, стихи пишут. Вот. И аналитик. Аналитик-дипломат, для него важны цифры, факты, у них всегда идет анализ, сопоставление. Знаете, это математики вот такие. Я когда в институте училась, у меня был, ну, он и есть сейчас, профессор Громов, завкафедры логистики транспорта. У него всегда были вопросы. А как это доказать? А какие факты? А как вы можете это в цифрах? А может быть в графиках? То есть у него всегда все было систематизировано, все у него было в порядке. Там контроль ситуации, конкретика, точность какая-то, да? Аналитики всегда видят риски, они всегда видят риски. Поэтому разговоры с ними мы обязательно говорим о рисках. И как мы говорим, мы делаем акцент на том, что даже когда предлагаем наш проект, мы говорим, что риски у нас снижаются, тем самым вырастает дисконт. То есть вернее, снижаются риски. Дисконт это скидка. Да, снижается дисконт, все правильно. Высокие риски, высокий дисконт, низкие риски, низкий дисконт. Да, то есть мы, уже говоря о проекте, мы тоже можем уже оперировать какими-то цифрами. То есть убеждать этого человека в любом случае нужно не эмоциями, не какой-то красотой, а только через факты и цифры. Это люди, которые любят дотошно копаться вот в этом всем, и раскладывать все по полочкам. То есть у них все по полочкам, как и в голове, так и дома. Да? Вот это люди порядка. Еще одну подсказочку вам сейчас даю для того, чтобы можно было в своем собеседнике быстро распознать, кто это, командир, звезда, дипломат или гуманист, чтобы выстроить с ним беседу по трем таким факторам, по эмоциональности, жестикуляции и по скорости принятия решения. И мы смотрим, какая степень, высокая или низкая у них вот для каждого этого фактора. Вот. И вот мы видим, что звезда у нас эмоциональная, жестикулирует, и скорость принятия решения у него так, достаточно быстро, выше среднего, потому что он на эмоциях все это делает, он быстро вас понимает, он быстро вас слышит. На самом деле, неважно, к какому психотипу относится человек, я вам скажу, что если он знает, чего он хочет, он в вашей презентации очень быстро понимает, будет он в проекте или не будет. Он для себя выхватывает всегда самое главное. То, что нужно конкретно ему, да, вот здорово, если вы это почувствуете, если он только вас где-то перебивает и задает какой-то вопрос, это очень важно, какой будет задан вопрос, потому что уже по этому вопросу вы поймете, что для него самое главное, в какую сторону он ведет с вами разговор. Хватайтесь за этот вопрос и направляйте. Направляйте ваш разговор в то русло, давайте ему ту информацию, которую ему нужно. Вот. Так, это у нас вот так, про звезду мы поговорили, значит, ну, командир у нас, значит, у него эмоциональность достаточно средняя, так скажем, не ахает, не охает, это четкая конкретика, то есть он сдержан, в эмоциях он сдержан, у него даже может быть жестов больше, чем эмоций, но, знаете, у командиров часто присутствуют такие указательные жесты, бери здесь, неси туда, нужно вот так вот, вот это так, это так, это так, идем напрямую к цели. Ну, вот такие жесты. Если звезда там, ах, вот такие вот жесты, да, то у командира они больше такие указательные. Не знаю, видно в камеру, как я тут машу руками, но, в общем, я думаю, вы меня поняли.
Вот. И скорость принятия решения у него достаточно высокая. Он быстро принимает решение, потому что быстро выхватывает цель. Если мы даем правильно ему информацию, он моментально понимает свою цель, понимает, куда мы идем, что в конечном результате будет, и он принимает быстрое решение. Вот. Дипломат у нас синий. Это вот наш аналитик, он будет долго копаться. Он спокойный, у него там эмоции, вы там у него не достанете из него, жестов никаких вы у него не достанете. Он очень спокойно, размеренно, будет долго копаться. Он, может быть, будет долго принимать решения ниже среднего, четверочка, пятерочка, да, но, в принципе, он такой. Вы его поймете. Я думаю, что вообще любой психотип очень легко выявить, если мы вот знаем немножечко определение. Вот. И у гуманиста у нас как-то вот такая вот серединка, да, у него и эмоции, он может быть эмоциональным, может быть неэмоциональным, но чаще у него такие теплые эмоции, они такие. Не громкие, не яркие, но они есть, они такие милые, да, милые, спокойные, но мы видим этот позитив от человека. Вот. Жесты у них тоже достаточно умеренные, но принимают они решения тоже долго, они очень долго обдумывают. Если, допустим, аналитику вы предоставите все нужные цифры и факты, он быстрее примет решение, чем гуманист, потому что гуманист еще подумает, хорошо, мне-то хорошо, я-то понял, чего я хочу, а вот как будет, что это мое решение принесет окружающим меня людям, вовлеченным в этот процесс людям, да, то есть он еще будет немножечко думать об окружении, и это чуть больше тратится время на принятие решения. Вот это такая, я не знаю, вы можете ведь сфотографировать с экрана, да, это такая небольшая подсказочка, когда вы тоже можете прям вот по ней, можете своих знакомых быстренько подразделить на эти категории, кто к какому психотипу относится. Вот. Мы переходим к презентациям. Презентация проекта. Мы понимаем, что если мы не ведем, вернее, если у нас нету какого-то вебинара или сейчас, ну дай Боже, мы все выходим сейчас уже из кризиса и из карантина, да, но если нет возможности попасть на какую-то эту презентацию, ну, большую встречу, массовую, Боже мой, слово потеряла. Вот, то нам приходится проводить презентацию самостоятельно. Здесь есть определенные правила, от которых мы не можем отступать. Это первое, мы используем готовые презентации, которые у нас есть в личном кабинете. У нас есть большой набор слайдов. Есть описание к этим слайдам, поэтому мы используем, мы делаем из нее сам каждый для себя может скомпоновать, может быть, если мало времени, меньше презентацию, либо мы можем сделать каждый для себя, там, допустим, большую, среднюю, короткую. Самое главное, чтобы мы в ней показали проблему, решение, возможность участия. Вот эти вот три направления, три главных пункта, которые мы должны соблюсти и раскрыть, рассказывая о нашем проекте. Вот. Используем ролики, естественно, только с официальных каналов, всю печатную литературу, атрибутику с логотипом, да, мы используем, заказываем визитки, ручки, чтобы все у нас было, эти всякие карточки, не знаю, брошюры, вот, чтобы все у нас было официальное, что прошло все базовые нормы, да, чтобы там никакой кустарщины, никакого, как это, самодеятельности, скажем так, да, вот. И вот как раз тут, раскрывая нашу технологию, рассказывая о нашей технологии, смотрите, как мы поступаем. Когда перед нами сидит командир, что мы ему даем, какую мы даем ему информацию о проекте, вернее, на чем мы делаем акцент. Если мы хотим поговорить о его достижениях, раскрываем ему, какие достижения у нас для него могут быть, да, то мы, рассказывая о маркетинге, говорим ему о статусах наших. Мы называем эти статусы, как они называются. Мы говорим о привилегиях этих статусов. Но мы говорим четко. Допустим,
Лидер получает столько-то, столько-то процентов. Это первая позиция, которая самая выгодна, потому что во втором уровне у нее повышается процент, да, бонуса. То есть мы раскрываем ему четко, конкретно цифры. Допустим, мы говорим, что если вы достигаете ранга мастера, вот если вы ставите себе такую цель, поставите цель там за 3 месяца, за 2 месяца достигнуть ранга мастера, то перед вами раскрываются какие возможности. Вы можете стать либо региональным спикером, либо региональным куратором. У нас на сегодняшний день много освободилось мест, и есть регионы, в которых так и не появился куратор. Да, поэтому можно брать не обязательно быть куратором своей страны. То есть здесь мы показываем вот командиру, руководителю, который умеет управлять, управленцу такому, да, они, как правило, хорошие управленцы. Мы ему показываем его перспективы. Или, допустим, наш статус позволяет быть вам лидером в своей команде. У вас будут в команде, вот если вы становитесь лидером, то минимум 3 человека у вас, ну, скажем так, не в подчинении, а в вашей команде, для которых вы стали наставником. Вот, да. Если вы достигаете ранга мастера, то это уже как минимум 12 человек, для которых вы наставник, для которых вы пример, для которых, которых вы можете обучать, вести за собой. То есть для руководителя это имеет значение. Вот. Если мы рассказываем о самой технологии, то мы обязательно красному говорим о том, что у нас 15 этапов. То есть мы всем говорим, но здесь мы делаем акцент, что у нас 15 этапов, что сейчас мы на предпоследнем, на 14-м. Кстати, нужно хорошо говорить на предпоследнем. Это говорит о том, что у нас очень-очень скоро завершение. Когда мы говорим просто 14-й, ну это 14-й. Да? Когда мы говорим предпоследний этап, 14-й предпоследний, то человек понимает, боже мой, осталось совсем чуть-чуть, и еще последний, и все. Вот, тем более мы все прекрасно понимаем, что у нас последнего этапа может не быть из-за того, что когда у нас в шарджи поедут наши 3 комплекса, сертифицируются, да, возможно, крупный инвестор закроет нам 15-й этап без нашего участия. Вот, то есть мы говорим, на каком этапе, то есть наш процесс высказывает, что на каждом этапе у нас было, нужно было собрать определенную сумму денег, выполнить определенные задачи, там, объем работ какой-то, да, вот, что построено столько-то комплексов, да, мы часто говорим трассы, но на самом деле правильно говорить, что у нас построено 5-6 комплексов или сертифицировано, да, это транспортные все-таки комплексы, это не только трасса, это и трасса, и подвижные составы, которые по ней ездят, и, можно сказать, инфраструктурные объекты, потому что это посадочные и пересадочные станции, да, это если грузовой, это погрузочно-разгрузочный терминал. Поэтому тоже говорим правильно, это транспортные комплексы. Вот. Какова цель у компании, мы говорим, да, если человек, он ориентирован на цели, поэтому мы тоже говорим, что цель компании после окончания 15 этапа, значит, капитализировать нашу технологию и выйти на биржу, да, потому что мы же прекрасно понимаем, что у нас будет 3 возможности, у нас будут дивиденды, у нас будет возможность внутреннего выкупа и продажи на бирже, да, это все, конечно, всему этому мы будем обучаться, всему свое время, так сказать, но мы это понимаем, и об этом мы можем спокойно говорить. Поэтому вот разговаривая с командиром, мы смотрим, какие акценты нам делать для того, чтобы это заинтересовать его. Естественно, задаем вопросы. Естественно, он задает свои вопросы или отвечает нам на наши вопросы, и мы понимаем, что для него еще более важно и какую дополнительную информацию дать ему еще. Вот. Разговаривая со звездой, мы рассказываем эмоционально, насколько это здорово. Естественно, мы можем рассказать свою эмоциональную историю, как мы пришли в проект. Может быть, она будет положительная, отрицательная. Может быть, мы сопротивлялись, не хотели, не верили, я там не знаю, да. Но тоже с такими вот эмоциями, как вот настраиваемся на его волну. Как я уже говорила, к звезде можно предложить спецусловия, особенно вот сейчас, в июне, у нас не только для звезд, я напоминаю, всем спецусловия есть. Вот, да, и это ему, звезде это нравится, потому что человек привык там эксклюзивное, человек привык такое вот только самое лучшее. Ну что мы можем ему, допустим, сказать? О достижениях мы тоже можем поговорить с ним, о статусах. Мы тоже можем рассказать, что у нас есть такие-то статусы, но звезде мы сделаем акцент на то, что
статусы дают подарки. Например, станешь мастером, получишь подарок, ручку красивую с нашим логотипом. Если ты станешь там экспертом, да, и дальше мы рассказываем о том, что у нас есть денежные призы на покупку телефона, ноутбука, вот, и дальше там даже на покупку машины можно оформить лизинг и работать и получать, естественно, хорошую зарплату для того, чтобы оплачивать этот лизинг. Вот. Что мы можем звезде? Можем рассказать, что экотехнопарк заинтересовать можем. Поездка в экотехнопарк, фотографии в этом парке, фотографии внутри транспорта, проехать в этом транспорте. Может быть, фотографии с самим и знакомство с Юницким. Для звезды это очень важно, потому что показывать, да мы сами, по-моему, показываем фотографию, кому посчастливилось лично с Юницким вдвоем сфотографироваться. Для нас это уже, я не знаю, это такое, знаете, событие, потому что может прийти такое время, что Юницкий будет настолько недоступен, хотя здорово, что он такой открытый и он доступен действительно, но может быть ему будет уже, он будет настолько занят, что он даже не сможет больше приехать в экотехнопарк, чтобы с нами встретиться, вот так вот погулять, пофотографироваться, поотвечать просто на вопросы, да, потому что первые годы мы могли просто по аллее с ним идти, прогуливаться, задавать вопросы, и не только с трибуны он отвечал, а прям просто вот в простой беседе, да. Вот, поэтому звезду этим можно заинтересовать. Ну, опять-таки говорю, выясняйте в разговоре, что именно этого человека интересует больше всего. Вот. Что у нас с гуманистом? Гуманист – человек, которому нужно о проекте и о людях. Поэтому мы рассказываем, как важно его участие, как его, так и участие его знакомых, его окружения в этом проекте. Потому что от участия каждого из нас технология продвигается. Что от того, что мы примем участие, вот, например, на сегодняшний день мы ждем, когда построится скоростная трасса, она будет построена, она будет сертифицирована. Сертификацию в Шарже 3 комплексов, да, мы ждем сейчас. Вот. Как важен вообще для людей этот проект, безопасность, экологичность всего. То есть мы с гуманистом говорим вот об этом. Рассказываем о выставках. То есть ему будет интересно, гуманисту, узнать, в каких выставках мы принимали участие, кто посещал эти выставки, какое внимание было на выставках к нашему проекту, как люди о нем отзываются, понимаете? Ему важно о том, как о нем самом отзываются, как его самого принимают, но точно так же ему важно, если мы говорим о проекте, очень важно, что о проекте думают другие, стоит ли принимать в этом участие, стоит ли вкладывать себя, свою душу, свои ресурсы какие-то, да, в этот проект, как его этот проект принимают окружающие люди, и что он несет этим окружающим людям, какую пользу. Да? Вот это для гуманиста будет важно. Вот. Но с аналитиком мы говорим достаточно четко, просто и даем ему такую информацию. Сертификации. Вот мы говорим, что у нас есть там столько-то, столько-то сертификатов. У нас построено вот столько трасс, вот столько у нас подвижных составов. Вот у нас столько-то конструкторских бюро. Сертифицированы, не сертифицированы. Какие подвижные составы там, какие трассы, какие комплексы, сколько у нас, какое у нас производство, вот производство такое, значит, вот здесь у нас производят подвижные составы, здесь у нас производят путевую структуру, вплоть до того, какое образование у самого Юницкого. То есть эта вся информация дипломата очень интересует, она ему важна. Он через эти цифры узнает наш проект и узнает о том, что он может внести, принимает решение, хочет ли не хочет принять участие. Мы обязательно, вот я уже говорила, говорим ему о рисках, да, потому что этот человек видит сразу риски, он о них говорит. И сейчас мы говорим, предпоследний 14-й этап, очень низкие риски, то есть практически у нас сейчас только временные, да, у нас риск временной, у нас нет точной даты выхода на рынок, потому что, сами понимаете, вот, пожалуйста, форс-мажор нам сейчас отменил, перенес нашу выставку,
с октября, да, на следующий год. Хотя тоже по этому поводу расстраиваться не нужно, потому что если мы на этой выставке, допустим, собирались показать, ну, условно говоря, да, я не буду утверждать, потому что разговоры были разные, допустим, показать три трассы, но одна из них уже планировалась, чтобы была сертифицирована, на которой мы сможем покатать людей, желающих, как в Минске, да, то к следующему году у нас все три трассы будут готовы и сертифицированы, и мы на всех трех трассах людей покатаем. Ну, вот и здорово будет. Понимаете, поэтому мы выходим на рынок не на продажу не с одной трассы, допустим, с которой мы могли выйти в этом году, да, а в следующем году мы выйдем и сразу с тремя трассами, у нас будет сразу три продукта. Но это я сейчас не говорю какие-то факты, это я говорю как предположение для того, чтобы можно было тем же людям, которые, извиняюсь, начинают ныть, и таких тоже много, это наши партнеры, которые начинают разочаровываться, вот опять мы теряем время, опять все отодвинулось, да, ну, пожалуйста, мы можем говорить, но не зависит от нас форс-мажоры, да, вот, поэтому, разговаривая с аналитиком, мы тоже об этом всем говорим. Вот, говорим о том, что риски у нас остались только временные, потому что на самом деле мы понимаем, что технология практически готова, визуально мы видим, что это и как это, осталось только технические детали. Вот. Ну, аналитику тоже можно сказать, что если вы принимаете решение, то вот вы можете взять, то есть мы говорим, какие у нас есть инвестиционные предложения, мы обязательно ему говорим, что вы можете после того, как вы выплатите свою рассрочку, заказать сертификат, в котором будут указаны номера ваших акций, количество акций, будет номер сертификата, который показывает, под каким номером вы зарегистрированы в реестре акционеров. Да? То есть вот это проговаривая с аналитиком, это для него будет важная информация. Видите, вот у нас получилось, что мы как будто бы об одном и том же о нашем проекте говорим, а совершенно разную информацию даем людям. И когда мы научимся понимать, что именно интересует этих людей, вернее, когда мы научимся быстренько идентифицировать этого человека, да, и направить в нужное русло разговора, у нас получается, повышается процент нашего успеха. Вот. Ну, естественно, в презентациях мы говорим о инвестиционных возможностях, что я уже, в принципе, сказала, да, в наши программы, наши условия, все это мы рассказываем, потому что мы все-таки приглашаем человека в бизнес, особенно сейчас, после кризиса, когда много людей остались без работы, может быть, кто-то по собственному желанию, кого-то уволили, кого-то сократили, да, мы их приглашаем в бизнес и говорим, что вот мы знакомим тебя с маркетингом, с возможностями заработка и приглашаем вообще тебя не для того, чтобы ты отдал нам свои деньги, извини, да, а для того, чтобы ты сумел их тут заработать. Вот, поэтому не стесняемся и говорим вас в индивидуальных беседах особенно, все прям чертим, показываем, открываем наш маркетинг и знакомим, потому что на самом деле человеку, если мы приглашаем, мы же понимаем, что мы предлагаем, да? Поэтому мы открываем и показываем. Человек выбирает то, что ему нужно. Не могу еще раз не напомнить, что осталось, что у нас сегодня 11 число, 20 дней осталось, 20 дней наших эксклюзивных для звезд и не только предложений, да, наши дисконты 1 к 600, 1 к 100. Сами понимаем, если мы в своей структуре даже во всю глубину найдем 10 человек, которые подключат какой-то пакет, представьте себе, на 12 месяцев, на год нам уже обеспечена такая, ну, заработок, да, а если мы научим каждого из своих партнеров дублицированию наших действий, и они тоже в глубину, неважно, я не говорю сейчас о первой линии, в глубину, вообще в полностью в своей структуре найдут 10 человек, кто подключит эти пакеты, вы представьте себе, как сработает дубликация. Вы находите 10, обучаете их там также отыскать в своей структуре по 10 человек. Вот. То понимаем, какой у нас будет выход. Не забываем о том, что у нас есть конкурс, потому что этот конкурс достаточно легкий, правила у этого конкурса ослаблены сейчас, да, и как изначально было, может быть, даже кто-то первоначальную версию не слышал, но как только наступил карантин, поняли, что людям стало сложнее работать, остался у нас только онлайн-контакт, поэтому немножечко упростили условия
верификация партнерского соглашения с нашей стороны, личных инвестиций всего лишь 200 долларов, и в первую линию ежемесячно один человек с инвестицией не менее 200. Его уже, вы уже в программе, вы уже в конкурсе, да, участник конкурса. Кстати, у нас, откройте, почитайте еще раз, освежите в памяти условия и посмотрите, у нас есть рейтинги, да, и вот смотрите, мы приглашая, допустим, ту же звезду, мы сразу делаем акцент на рейтинге, на подарки, которые можно выбрать, на рейтинге. То есть для звезды это супер, потому что ему классно попасть в рейтинг своей страны внутренней, да, или в рейтинг в мировой. То есть для звезды это тоже такая зацепка. Вот. Ну и, естественно, мы не забываем о том, что у нас еще есть все-таки дополнительные 10% новичку, который проинвестировал в течение 7 дней после регистрации. Вот. Здесь тоже 10% новичку для аналитика. Всего 7 дней. 7 дней плюс 10%. Ага, хорошо, здорово. Вот. Для звезды. Ура, я получу еще 10%. Как здорово, все, я регистрируюсь. Ему не важно 7 дней. Он сегодня регистрируется, он сегодня берет пакет, он сегодня проплачивает. Он не видит 7 дней, он видит 10%, да, а аналитик видит 7 дней. Так, я за 7 дней получу всю интересующую меня информацию, и я точно приму решение, и я как раз не опоздаю получить эти 10%. Вот. То есть даже вот в этом предложении, мы, даже это предложение разным людям мы делаем по-разному, да. То есть, командиру мы говорим, вот 10%, какова цель? Зарегистрироваться и в течение 7 дней сделать инвестицию. И тогда ты получаешь 10%. Да, все. То есть как бы для командира здесь все понятно. Вот. Ну, для гуманиста эмоция. Ура, здорово, хорошо, классно. Я в течение 7 дней получу 10%. А я же так могу. Вот. И я могу своим людям рассказать это, и вот каждый из них тоже получит 10%. Боже мой, как здорово, 7 дней не такой маленький срок, поэтому каждый из них успеет принять решение, да? То есть у нас, можно сказать, одна новость, и мы о ней можем по-разному каждому человеку сказать, сделать на ней акцент. Поэтому заговорилась я сегодня, да, много уже, больше у нас часа. Хочу, ну все, на сегодня у меня все. Буду с вами сейчас прощаться. На следующий раз нам останется рассмотреть более подробно две задачи. Это поддержка, сопровождение наших партнеров, как правильно его делать, да, и как работать с возражениями. Вот. И к следующему вебинару тоже для скачивания я вам подготовлю такие, может быть, какие-то стандартные группы ответов на возражения, как правильнее, да, на какие возражения реагировать и отвечать. Вот. И поговорим немножко о структуре звонков. Звонки, которые являются звонки приглашения конкретно на вебинар, и звонки, беседы уже непосредственно, когда мы говорим о бизнесе. Да, это длинные звонки. Они тоже разные, у них разная структура. На этом тоже немножко сделаем акцент. Вот. Поэтому на сегодня у меня все. Я с вами прощаюсь. Я благодарю вас всех, что вы были со мной этот час, что вам интересно то, что я говорю, готовлю, вот, что, может быть, у кого-то очень хорошая сейчас погода, но вы все равно провели их у компьютеров. Спасибо вам всем большое. До встречи. В следующий четверг я, наверное, поменяю время. В следующий четверг я думаю, что мы встретимся на час раньше, в 6 часов. Но дополнительную информацию всю мы дадим. Да? Третья заключительная часть будет, наверное, в 6 часов. Все, спасибо вам большое. До свидания. Рада была всех вас видеть. И...
Комплекс решений SkyWay состоит из транспортных, энергетических, биологических, информационных и логистических технологий, объединенных ради общей цели – создания комфортной и устойчивой среды обитания для человека. В основе подхода SkyWay лежит инновационная транспортная система для пассажирских и грузовых перевозок. Модельный ряд транспортных модулей включает в себя городские пассажирские и грузовые транспортные средства со скоростью до 150 км в час, а также высокоскоростные аэродинамичные машины, способные разгоняться до 500 км в час. Среди разработанных разновидностей путевой структуры есть дороги разной степени сложности,